Ну и вот, собственно, из чего я буду делать сегодняшний плов. У нас есть казан, разогревается. Вот такой вот котик. Вот такой вот он преданный. Сейчас выльем туда масло, специи, шумовочка, готовый лучок, готовая морковка. Это для тех, кто спрашивает, из чего я делаю плов. Вот у нас такой тазик мяса, у нас готов рисочек. Ну что, давайте начинаем.